Проходят года, но на лицах седых стариков остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Все, кто сегодня пришел сюда, к вечному огню, для того, чтобы сказать слова благодарности тем, кто 72 года назад, не жалея собственной жизни, пошел на фронт и одержал победу над врагом. В этот день мы также вспоминаем тех, кто, не жалея себя, не жалея своих сил, трудился в тылу, круглые сутки работал на предприятиях для того, чтобы обеспечить все для фронта и все для победы. Дорогие наши ветераны, мы любим вас. 9 мая – это праздник для нескольких поколений, который является символом личного мужества, символом коллективного героизма. Мой дед в 17 лет ушел на фронт добровольцем. Он прослужил на Северном флоте до конца войны, боцманом на сторожевом корабле. После войны ушел и работал на НКНЗ. Второй дед был летчиком и погиб. Бабушка прошла через блокаду Ленинграда. И сегодня я с гордостью рассказываю своему сыну, показываю фотографии и рассказываю о подвигах, которые они совершили. И я считаю, что мы должны помнить. И вы, ветераны, вы наша память. Память о том коллективном героизме, аналогов которому не было и нет в истории. С Днем Великой Победы! Вам здоровья, павшим вечной памяти, а живущим долгие лета! С праздником Великой Победы!